Всем hello. Попрощайтесь с моими волосами длинными, прикольненькими. Потому что я всё-таки решилась это сделать. Я никому не сказала. Но я просто предупредила маму. Ну, это не факт, что она меня не убьет. Маме не нравится. Когда я сказала ей, я хочу постричься сама, она такая мутно на меня, своим мутным вот этим вот взглядом на меня посмотрела. И я выполнила свой цель. В прошлом году я сказала себе, все, я больше не буду стричься, я отрасту свои волосы где-то до сюда. И вот я отрастила свои волосы, вот видите, они на самом деле длинные, при этом еще и, знаете, они очень-очень густые. Я сейчас описываюсь. Все, время пришло. Мне страшно. Это так много. Короче, все. Все хорошо, все круто. Гоха, успокойся, боже мой. Так. Покойся с миром. Офигеть, я это делаю. Офигеть, я это делаю. Офигеть, я это делаю. Офигеть. Боже мой, боже мой, Гоха! Она еще и не режется, блин. Спасибо большое, нож. Раз, два, три. Все, 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 все. Кита, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Офигеть, я не верю, что я это делаю. Я не верю, что я это делаю. Так. Почему она не режется? И теперь я такая. Офигеть, я это сделала. Я просто не верю, что я сделала это. Мне так идет, боже мой. Ну все как-то так. Мне нравится, если честно. Мне реально. Со 2 июня вас. Пока. Всем peace.